Управление лесного хозяйства Южной Осетии обеспечит дровами к зиме все учреждения районов. Работа в этом направлении уже началась. В лесхоз поступают заявки от организаций. Кроме того, дровами будут обеспечены и малоимущие семьи. В управлении отметили, что до наступления отопительного сезона дровами на зиму будут обеспечены все административные здания, в которых не работает отопительная система. Параллельно проводятся работы по восстановлению леса, закуплены и высаживаются саженцы сосны. Кроме того, в двух питомниках лесного хозяйства взращивают несколько видов хвойных и лиственных деревьев с целью увеличения массивности редеющих лесов и предотвращения эрозийных районов. Ростовские области и питомники, но мы уже лосом бойдам сосной толота, сосной ирунов, назы. Мы так удун даже лошестам, мы на кутаритар уже я и сынову фазно, мы сожненку спазо, и мы дрой дожестам, мотус, и уже сентябрь, При необходимости частные лица также могут обратиться в управление и приобрести саженцы лиственных деревьев. В управлении призвали жителей сельской местности не заниматься самовольной вырубкой леса. Работники лесного хозяйства строго отслеживают незаконную вырубку леса. Нарушителей будут штрафовать. Алена Утаева, Эльвира Тибилова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.